Так, для тех, кто смотрит, это, кажется, 10-я часть. А просто этих пиндосов мы сейчас так изи просто обманули. Вчера вечером скорость интернета упала с 200 мегабит до 100 килобит, как будто... Продолжаем. Я горел. Вчера был такой босс. Ну, он непростой, но я прям тильтанул. Прям вот начал уже упрямо гнуть свою линию, невнимательно. Медленный интернет все там... У меня парочка иннетов, они, в принципе, не нужны больше там 30 мегабит. Один 30, другой вроде 40 или 50, или 100, не знаю. В общем, один, я не помню какой, зеленая точка, второй нет байнет, кажется. Вот, и два братца, конечно, меня очень сильно расстроили. Очень сильно расстроили. Да. И здесь я хотел забираться наверх. Дверь непонятно, как открывать. Ну, то есть понятно, но рун поблизости нет. Только одну я нашел, а больше нет. То есть надо озираться, чтобы эту дверь открыть. R и N. Такие буквы нас интересуют. Если челлендж будет слит, пойдем вали бить. А там, кажется, еще один намечается. Игра красивая. Если вы... наткнулись случайно на запись, рекомендую посмотреть. Но только отнеситесь, пожалуйста, сделайте мне, пожалуйста, скидку, потому что в первых частях я прям, ну, не очень заходила мне игра. Что такое, что откуда звуки такие, эй. Стой, мы тут уже были, но как вернуться? Слушай, щегол, все рассчитано, батя справится. Поговорим. Эй! Вы слышали? Да. Магний, один из асов, сын Тора, мертв! А кто его убил? Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Сегодня я художник. У нас с вами 200 к на руках, 30 опыта. И, кажется, есть... Мы можем... Мне давали же пламя, да. Замерзшее пламя есть одно. Мы можем мапнуть урон. К сожалению, стали не хватает. Но Левиафана бы, безусловно. 300. Феникс, добрый вечер. Хорошее настроение. Вчерашнее горение было шикарным. Желаю повторить и сегодня. Ах ты какой. Теперь твоим врагам не позавидуешь. На YouTube запусти. На ёпарас это... Опергеймер начал стримить опять на этом, на главной странице Опер.ру, сразу 1700 зрителей. Молодец. Берс хорош. Сделал стоп-старт, должно. Увеличился урон, и открылись новые обилки. Мы можем купить замерзшее пламя за ледяные туманы Нильфхельма. Так, давай, во-первых, купим камень воскрешения. Хороший. Может спасти жизнь. Первый челлендж будет, естественно, провален, потому что у меня там осталось буквально 5 смертей. А я так заливаю, что никак не справится мне. Броньку... А, путника у нас еще сет появился, да? И осколки появились первые путниковские. Постепенное создание защитного барьера, способного поглотить одну атаку. Это обилка путника. А в перчатках? Очень ровно от всех в рукопашке. А бедра? А в бедрах ничего нет. Но тут зловещий трофей как раз один в один. Статы... на уровень выше, чем моя текущая. Но я не смогу ее прогрейдить так, чтобы засунуть эмблемы. Ну, в смысле эти. Да, эмблемы, правильно. Поэтому смысла сейчас грейдить нет никакого. Да, элиминать ее. Welcome. Я вас не забыл. Броня Трея. Что-то еще? И не улучшается, получается, да, и новых у него нет.
Ладно, давай посмотрим по обилкам. У нас же уже пятый уровень открывается. Так, что здесь? Увеличение максимального количества целей до 8 берем. Но надо пользоваться этим, блин. Заряжать и стрелять. Сражаясь голыми руками, прицелиться, нажмите R, чтобы мгновенно вернуть топор, нанести мощный удар. Я не сражаюсь с голыми руками. Смените стойку на мгновение. Опять вот это называется. Приняв стойку, серию мощных ударов с броском. Возможно, осваивать вот этот блок, потому что... Ну а что еще? Опять смените стойку. Можно прогрейдить ульту. Но опять же, это доп. Удары. И достаточно дешево. В конце... Подобрать, бросить камень. Ну, ладно, давай так. Удерживайте R2, чтобы провести усиленную атаку в прыжке с намного больше широкой областью. А это усиливает текущую. И нажмите L, чтобы подобрать, бросить камень. То есть это одинарная 10к. Я думаю, хватит. Так, далее. Помните еще рунки? Они должны быть теоретически неподалеку. Те самые знаки, которые откроют дверь. И, судя по всему, это и будет альтернативный проход. Но там, откуда мы только что пришли, скорее всего, я более-менее внимательно осматривался, там этих знаков нет. То есть они должны быть где-то здесь. По идее. N и еще что-то там. Правда, здесь это уже был. И никаких знаков я не видел. Они могли, конечно, где-то проявиться. Появиться. Здесь мы с боссами сражались. Ой, слушайте, зеркало. Я же могу открывать вот эти вот двери. А да, еще голову у нас приболел. Нам дали вот такой вот... Не отставай. Хорошо. Такой вот резец. И я теперь могу открывать двери. Коих 7 штук в мире, насколько я понимаю. Да блин, подожди, ну О же. Не О, наверное, X. Нет, R2. Да, ё-моё, ты же загораешься. Вот здесь же. А, надо точнее прицелиться, да, видимо? Да, я понял. Мне сегодня в офисе товарищи наши посоветовали: сходи, двери пооткрывай. Тебя же там очень много лута. Магний вовсе не воскрес. И судя по всему, а они вот это интересно. Говорят, Айс. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Блин, сзади надо было брать эту штуку. И взрывать. Товарища вовсе не забанить. Не, ну они аккуратненько очень все делают. Там прямо. Они это все понимают. А, я не могу вот так просто взять и открыть. Либо то, либо другое, да? Прикольно. Придумали. Значит, впереди должна быть возможность. Как там? Вижу пилон. Тревожная музыка. Ага. Щегол. Молодец. Просто! Нет, что-то не работает. Возможно, взорвать, он упадет, и я тогда его дотащу, но... Ага, вот, понял. Молодец. Почти. Почти той стрелой, почти попал. Пиу. Ну и пока я помню про тот сундук, который сзади оставил, давайте к нему прибежим. Закинем и тоже откроем. На секунду испугался, что а вдруг меня продемит. Но не должно. Прочная
Прочно это вроде мы уже... А для грейда лука вопрос все-таки. Что там нужно было? Тут не посмотреть. Окей. Главный дэмэдж-дилер, танк и самый сообразительный персонаж в игре — это, конечно, Атрей, он же Андрей, он же Щегол. Веселый, остроумный, его сложно убить, его невозможно убить. Он стабильно попадает всегда, в отличие от бати, который мажет через раз топором. Он оглушает врагов за... Мы снова у руки великана. Так. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Под большим пальцем выход. Ее можно остановить. Доберемся туда. В любой момент. То есть крутим, она двигается, мы ее блокируем в каком-то моменте, да? Давай осмотримся. Здесь же можно забраться, правильно? Здесь шорткат. Подсадим. Там есть Атрея. Проход. Давай. Справа. Он сильный, ловкий, просто отличный парень. Даже его свалила бацилла. Ну, у него ж необычная простуда, там что-то происходит. Есть путь к выходу. Да. Ну, я круче учу. Я человек простой. Меня как будто игра заставляет зафиксировать его. Вот это вот что. Ну а, понятно почему. Да, давай, скидывай. Да, кашляет, малец. Вообще, удивительно, как он живет после всех этих передряг. Чего стоит хотя бы падение совсем недавно с высокой вот этой вот горы на молоте. Я могу? Могу. Поехали назад, чем? Надо только осмотреться, вдруг здесь где-то будут эти руны. Чух-ч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 ух. Пробена под велышки. Принципиально из-за рекламы наркоманской я не буду никогда пробены пить. Не знаю, что говорят профессионалы, но этот усатый... Черт, меня что-то бесит. Так, еще одна дверь. Ищем. Такое чувство, как что нет телевизора, не знаю, что за экран. У нас тоже дома нет, но я регулярно снова под ладонью, почти на месте. И у них телек есть. Так, осматриваемся. Можно забраться наверх. Можно забраться сюда. На мой взгляд, менее очевидный ход, поэтому лучше сюда, отсюда начать. Хотя, может быть, и не менее очевидный. Помним еще, что руны какие-то должны были быть, правильно? Правильно. А, мы здесь были. Да прекрати деморализовать. Деморализовывать шкет. Батя пытается вспомнить, что было вчера. А, кстати, может он заболел из-за этой зеленой штуки малахитовой, действительно. Дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Батя был пьян. В том-то и дело, что нет. Ой, я помню, мы здесь воевали, и сейчас возвращаемся назад. Отец! Я пересмотрел вчера этот клип, блин. Отец. Он такой сумасшедший. В разделе клипы. Там, где я в микрофон ору. Там столько эмоций, блин.
Если пропустили, рекомендую. Безумие там зашкаливает. Да, почему нолик? Прекращай нажимать на нолик, Миша. Я что-то вижу. Вон там. Так, он что-то уже заметил. Нет, не туда. Вот здесь. А, еще третий раз? Вот это да. Я думаю, надо проверить. Да куда ты? Что же там было? Ну, вообще, я там все проверял. О, это первая тайная комната из семи. Сокрытый чертог Одина. Семь комнат. Мы большую часть из них нашли. Ладно, не будем. Проверь, говорит. Ага. Еще один. А, это вот и знаешь. Да, Мир, вы, если пропустили прошлую трансляцию, у нас голова говорящая появилась. Стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Отрубили, воскресили. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Найденные святилища 8 из 11, а в конце нам 6к дадут XP. Пробегаем дальше. Ой. Новая запись. Величайший каменщик и один из самых огромных великанов спорит с сыном Хримтуром. Бьет его, а потом теряется, пытаясь его разыскать. Тор пробивает резцом голову Тамура и разрушает целый город. Тамур строил стену вокруг Йотунхейма, чтобы защитить великанов от асов. Была ли она достроена? Здоровый такой лифт. Ну, поехали. Эту голову нужно куда-то отнести, или ты до конца бегать будешь? Он нам помогает в поисках. Насколько я понимаю, он вызвался... Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Помочь до вершины горы в мире великанов. Словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что поджидает? Что бы там ни было. Нет. Мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Ну, у меня... Да, вот отец. Так-то 95 смертей, Кратос. Ну, с богом. Ой, кто это там впереди? Так, я сначала проверю вверх. О, сундук. Хилка. Блин, меня явно к чему-то опять готовят. Нагнетает. И в часики тоже поддерживают. Шимида, говорит Блай. Блайчик, привет. Ой, да ладно, кто это у нас? Валькирия? Заточение? Нет. Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Она не видит нас. Победите Валькирию. Ну, а что-то задача, мне кажется, такая... О, сундук. Да ладно, я не буду ссать. Остаемся здесь на пару часов. Добрый вечер. Так, а как здесь можно бегать-то? Дверь. Атрей, сюда. Да, отец. А тут закрыто, Атрей. Блин, этот звук ворон издает, да? Так. Проверяю вторую дверь.
Завалено. Но выхода вообще нет никакого. Ладно, что я помню? Что у нас есть? Я ничего. Вообще ничего. По оружию. Гнев древних, да. Замедление может быть. А, кстати, мы же можем рунки быстро наносить. Но не хочется экспу тратить на непроверенную. Это, кстати, хорошая тема. Хороший ДПС. Но тратить я, конечно, не буду. Рукоять искусного лучше не будет. Дальше мы идем в броню. Мы смотрим, что у нас по гнездам. Броски топора, сопротивление огню. Я не знаю стихии. Поэтому мы оставляем резисты к огню. Мы оставляем резисты к отравлению. Оставляем резисты к холоду в сете. И, соответственно, в парирование. Парирование. И в талисмане у нас получается броски топора. Вместо бросков топора поставим резист от холода. Так, что по... Подождите. Значит, это да, еще про тот удар не забыть. Стрелы попробовать, поэкспериментировать, поприключать. Следим. Здрасте. Вот теперь она точно заметила. Гюнр. Недостоин. Ёшки-матрёшки. Нормальный я. Ага, волки в городе. Лети за ними! Ой, что это такое? Готов. Ай! Куда я исчезла? Нет! Отец! Блин, не... Удар какой-то. Ай-яй-яй, я понял. Встаем. Я иду к тебе. Ну, короче, пока движения у нее медленные, но это первая фаза. А зачем я потратил-то этот? Прости, я не такой. Я неправильно сделал, что потратил. Понятно. Отец, нет! 96. Зачем камень потратил? Камень вообще надо на последнюю. Если у нее остается мало хп, ты там все хорошо сделал, тратишь камень, все. Ох, поехали. Ого! Вот теперь она точно заметила. Соберись! Прости, я не готов! Струма! Следи за ними! Ух ты, а почему она... Вот, вот это вот. А, нет, камень же есть, получается, да? Стоим. А до конца не понял, как камни работают. Ты будешь жить. Шок на нее особо что-то не работает. Берегись, отец! Я да, вот это я зря. Значит, это все. Вот это вот, когда руками она начинает махать без маркеров. Удары вроде медленные, но тайминг я их не знаю. Босс очень красивый. Чем-то опять же танцовщица пока что напоминает. Вот теперь она точно заметила. Так, вперед! Я не готов!
Вот это. Ой. Вот это вот. Это я хочу. О, да, и... Я иду к тебе. Я понял. Тут... Наверное, парирование, а потом... Вот это. И вот удар вперед. Блин! Она довольно далеко. То есть я думал, что перекачусь назад, и хватит мне дистанции. Нифига подобного. Ну, да, кстати, истинный бог войны сразу вот сдаюсь, потому что я... Провален. Ого! Вот теперь она точно заметила. Гляди в оба, сын. Почти готов. Блин, я же жал. Ну, реально жал. Я прикрою. Вот она. И сейчас вперед удар. Да. Держись. Так, а аджор при парировании-то у меня есть вообще? Тут слишком много парирования, мне бы он помог. Аджор. Нет, у меня аджора при парировании. Надо вернуть рунку. Вот как она. Прости, не могу. Да, она вся парируется. По крайней мере, на этой стадии. И тайминги парирования довольно простые. Ай, ну вот кроме этого удара, блин. Отец! Так, был, точно, аджор при парировании был. Надо ставить. И тут у меня нет рейнджовых атак вообще. То есть мне нужно вытащить... Благословение силы рун. А, он не всегда. Высокий шанс получить прилив здоровья при... Давай-ка посмотрим, что еще у нас есть. Мечта чат. Или интернет отвалился. Этого не хватало. Да, интернет отвалился. Что за день такой, а, сегодня?
Что за день такой, а? Сейчас восстановится подключение. Короче, сегодня какой-то очень странный день. Ну, один интернет умер, переключился на второй. Не знаю, насколько он умер, тем не менее. Сейчас все работает хорошо. Значит, у нее, кажется, нет вообще пока что никаких атак. Поэтому можно спокойно выставлять какие-нибудь дополнительные барьеры. Парирование это оставили в покое. Холод убираем, ставим, допустим, броски, топоры или мели. Еще одно парирование. Надеюсь, они стакаются. Дальше. Мне кажется, она не эльф. Валькирия не эльф. Это доподлинно, это неизвестно. Бег заодно проверим. И в эту броню еще. Можно, конечно, на рендже броски топора увеличить урон. Давай всякие знаки. Тут восстановление 5, высокий уровень. Ладно, давайте так. Давайте так. Вот тебе я на точке. Приготовься. Пока нет. А, я получил. Капец, я словил. Следи за ними! Ай-яй-яй. Надо слышать эти звуки удара, потому что я его не могу различить пока визуально, а вот звук может быть... Ой, рановато. Тоже дело неправильное. Да... Валькирия, и причем это самое начало. Скорее всего, у нее будет пара-тройка фаз. То есть будут добавляться новые приемы. Но она убивабельная, она. Я думаю, что через парирование надо. Вот теперь она точно надо следить за эффектом. Ой, да как так? А это другая связка, кстати. Тоже круговая, но другая. Нет, это КП не восстанавливается от слова совсем. При парировании. Вот оно, раз. Да, характер скрежет такой. Уже иду! Так. Ты будешь жить. Да, и очень сложно с руническими атаками разобраться. То есть нужно находить тот момент, когда мы можем спокойно их применять. Возможно, мне показалось, что она все-таки в шоке бывает, если щегол нормально в нее накидывает, ну, настреливает в нее, там статус накапливается. Во, да, вроде есть. А может и нет. Ренджа не хватает здесь. Ладно, давайте попробуем ее потихонечку доводить до нужного уровня. Берегись, отец!
Блин, какая же... Ты справишься? Сильная атака. Да, вот опять раз, раз. Следи за... Держись! И она довольно размашистая, эта атака. В прошлый раз мне не удалось... Ты жив? Еще чуть-чуть. Блин, и серьезно, даже так? Как мне избежать этой атаки? Да. Отец! Отец! Надо находить время еще после, ну, для спецприемов. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Не уверен, что стоит оставлять эти камни. Давай, вот теперь она для разнообразия видела. Попробуем. Приготовься! Осторожно! Вот опять. Брат, держи. Капец. Прости, я не готов. Можно попробовать рейнджовую атаку, прицеливаться. Вот опять. Иду. С этой атакой мне пока сложнее всего. То есть, может, там тупо пока через блок попробовать по... Вот с этими попроще. То есть, они более-менее парируются. А вот это вот размашистое очень. И удар вперед. Если дистанция есть, то... А вот... А так нет. Блин. Хорошо, варианты. Попробую ее заблокировать просто. Попробую эту атаку просто блочить и уходить от неблокируемой патроны. Вот теперь она точно заметила. Приготовься! Еще чуть-чуть! Рума! Отец, берегись! Это был, кажется, блок. Ага. Так, а может, и первый удар тоже парируется? Отец, берегись! Прости, я не готов. Может, парируется, я не знаю. Не, он не парирует. Твою налево. Держись! Этот удар, кажется, не парируется. Я сейчас специально прям под тайминг попытался. Вот эти два удара парируются, да. Ладно, хорошо, здесь пока более-менее понятно. А, нет. Да вообще нереально. То есть... Надо либо одновременно с шоком каким-то или с волками использовать эту обилку демеджную, но я не знаю, то есть ты, я вроде отпарировал, сразу нажал эту обилку, а она абсолютно спокойно встала и продолжила атаковать меня. Да, жутко. Вот теперь она точно заметила.
Мама! Мне умереть! Помоги мне умереть. Вот она. Да. Я пытался перекатиться, но эти два удара, судя по всему, надо тоже парировать. Приноравливаться и парировать. Опять он. Нет. Прости, не могу. Блин, вы видели? Нет, там, там можно перекатываться в нужные тайминги. Либо... Она еще плотная. Лети за ним. Ой, так далеко достает. Вставай, брат. Фух, ладно. Это та самая Валькирия, о которой говорили, самая слабая. Антон. Антон, что это такое? Там же советы идут. Перекатывайся там. Ребят, давайте без советов, пожалуйста. Вот теперь она точно заметила. Следи за ними! Я пытался спарировать, но пропустил первый удар. Блин, я из-за эффекта не видел, как волки летят. Им повезло. Берегись! Я не готов! Строма! Ну, не знаю. Отец, берегись! О-о-о! Этот удар тоже. Блин! Не, давайте лучше дистанцию от этого держать. То есть постоянно... Давайте провоцировать ее на атаке средней и дальней дистанции, потому что они гарантированно парируются. А вот эта вот хрень вблизи, она слишком разноплановая, и я ее ловлю постоянно. Ого! Вот теперь она точно заметила. Прости, я не готов. Струма! Берегись, отец! Вот она. Да серьезно, все равно. Это было хорошо. Да. Нет. Пока нет. Лети, нет, опять достанет. Нет, в такой ситуации держись. Надо по бокам перекатываться, пытаться по таймингу. То есть, если не удается держать дистанцию, то... Вставай.
Рома! Прости, я не готов! Вот оно. Блин, ну я... О, просто отлично! Хотел парировать это. 15 минут осталось, почему? Плашка была про 15 минут. А! Приложение обнови... А что там было? Что там было? Что там было? Ого! Вот теперь она точно заметила. Не готов! Ну, ё-моё, поиграть не дает плоть. Ну и к Wi-Fi не может присоединиться, чтобы ей лицензию проверить. То... Да, в этот момент нужно, конечно, юзать было. То есть первый волк сразу раз. У тебя все в порядке. Да. И короче, если первый не спарировал, третий не спарировал из этой серии удар, то извини. Может попробовать все-таки парировать этот размашистый удар, а? Научиться, чтобы вообще серия не начиналась. Я не вижу парирования никакого. Да, и вот этот удар тоже. Не знаю даже. Что делать? Ну, то есть есть варианты. Первое, то, что она сама к нам подлетает, и всегда мы дистанционные атаки у нее парируем. В этом нет серьезной проблемы. Ой, это я почувствовал. А, если ты этот удар не... Я готов. Отец, уходи! Да блин. Уже иду. Самая большая проблема именно вот с этой серией. Она никак не маркируется. Ладно, мы ее ловим. Видим. То есть нам мало времени на подготовку, он достаточно размашистый. Да. Но все равно надо держать среднюю дистанцию для того, чтобы спокойно даже с волками применять вот эту обилку. Да, но она еще плотная, блин. Может, реально сделать баф на топор? Ну, закинуть просто мели. Не от бросков, а именно... А у меня есть вообще такое? Я уже поставил, видимо. Что из неиспользованных есть? Метание нет, сопротивление с холода нет, отравление, поглощающие, при успешном парировании. Да, опять возвращаем парирование. У меня все на парирование. Оно срабатывает не часто, срабатывает. Андердяк, привет. Ой, что я делаю? Вот теперь она точно заметила. Прости, я не готов. Да, прикольные волков-то прокупал. Вот, привет, здоровье. А, это другой удар. Короче, здесь максимально нужно от... парирование отодвигать. 80 перекат. Ой, блин, ну как так-то, а? А, эта штука перебивает. Я не знал. Почти готов. Нет! Брат, ты жив? Держись!
впервые за большое количество времени не спарировала простой удар. Лети за ним. Нет. Опять сейчас будет жесть. Да. Нет! Так, все понятно. Перекатываться надо в другую сторону, в общем. Понятно. Следи за ними! Да, хорошо. Прости, не могу! Топор набафался. Нет, нет, понятно. Значит, это все? Перекат влево, всегда влево, перекат от этого удара не маркированного. Влево, потом вправо, и все, и парируем. Да. Рест. Вот теперь она точно заметила. Вот Фурлок! Берегись, отец! Нет. Я готов. Пока нет. Хорошо, сразу. Пара белых. Нет, раз. Два. Оп, парирование, отлично. Пока нормально. Уже нет приемов, на которые у нас пока с вами нет ответа. Трума! Пока нет! Следи за ними! Отлично. Второй раз. Ага. Еще чуть-чуть. Хорошо. Треть жизни уже. Берем силу, зашел барьер. Берегись, отец! Отлично. Три из трех уже. Половина КП минус. Я готов. Не готов. Ай-яй-яй-яй-яй, одна ошибка и... Нет! Нет! Вперед! Ну я готов уже, половина хитов, значит, может быть фаза другая. Нет! Блин, она, кажется, убыстряется во второй фазе. Что-то пауз меньше. Ладно, сняли больше половины хп. Поуворачивали стабильно от... Часик подвис. Ой, подождите. Там это из-за того, что, видимо, интернет. Все. Давайте. Про 15 минут помнишь? Не, не помню. А что он там говорил? Обновление какое-то, да? Вот теперь она точно заметила. Подожди. Через 5 минут. А, проверить не удалось, я понял. Следи за ними! Ладно, после этого файта нужно что-то сделать. Блин. Ты еще жив?
Случайно. Нет, плохо. Один перебивает, да. Не туда уворачивайся. Да влево сначала, потом вправо. Я не готов. Ой, нет! Как она быстро пришла в себя. Нет, не туда. Блин. Встаем. Ну, это понятно, да, я невнимательно. Ты будешь жить. Прости, я не готов. Она на самом деле не очень сложная. Просто нужно выработать шаблон под основные удары и все. Нет! Нифига себе, а почему не спарировали там? Да. Фаста у нее нет. Что-то нет у нее фаста. Нет, нет, нет! Блин. Я рановато. Нет! Неудачно, какая я у стенки осталась. Блин, почти убили. Так, хорошо, давайте я тогда отключу чатик у себя, но подключу проверку, чтобы лицензия была, и а то у нас отключит опять пойка. Чатик, я буду вас читать, но... Сегодня день такой бедовый. Ну все, вроде проверка должна пройти по лицензии. Так. Ну все понятно. Она... Самая большая проблема была именно с той связкой, потому что радиус большой, оно не блокируется, вот эти вот удары. Не надо было просто про перекаты вспомнить. В нужном направлении. Вот теперь она точно заметила. Вперед! Я не готов!
нормально. Прости, не могу. Я прям собран, ребят. Нет! Ай-яй-яй, это как я не сблочил-то, а? Надо чуть раньше этот удар больше. Нет, вот нет, не раньше, а я иду к тебе. Ближе к удару. Сейчас уже понял, что неправильно делаю. Ты жив? Да, жив. Нет. Да я боялся, что мне... Она уже начала там связку свою. Нет, не увидел. Блин. Надо перекатываться либо вправо, либо назад против этого. Да, хорошо. Чайтик только сейчас сверну, чтоб не отвлекал. Я посматриваю таким вот образом. Когда вот так я так смотрю, значит, я в чат смотрю. Смотрите. Оп, значит, может бан прилететь. Оп, еще разок. Оп, нос, видите? Челлендж изи. А, там челлендж на, типа, убить Вальку, да? До скольки? Изи. 23.00. Надо только... Не тильтануть, у меня всего 6 где-то попыток суммарно, учитывая время. Вот теперь она точно заметила. Я! Прости, я не готов! Да как? Да, классное начало. Просто даже не вставать не буду. Да, изи, говорите, да? Иду! Нет, на самом деле она карает нормально за ошибки. То есть тут... Если ты пропустишь одну серию, ты умер, естественно. И если ты пропустишь один из ударов, ты умер. Вот, поэтому... Как только начал общаться с часиком, начал ошибаться. Я до этого тоже ошибался, конечно. Вот сейчас не стоит недооценивать вообще-то даже такого босса. Бафаем топор. Реально урон возрастает хорошо. Берегись, отец!
Да, пропустила сейчас где-то удар. Не могу! Следи за ними! Нормально. Пока. Больше половины жизни сняли. Берегись, отец! Пока нет. Да, прости, я не готов. Трума! Берегись, отец! Нет! Твою налево! Держись! Ну не заблочил третий удар, что ж поделать. Вставай! Еще секунду! Скоро откатится Волкин. Нет! Вот это плохо. Почти готов. Да, жизни нет. Да, я пропустил два сильных удара. Может быть, стоит отступить? Стоит отступить. Следи за ними! Ай, не увидел удар. Ну и дела. Ай, чуть-чуть осталось. Одна ошибка, один хп. Ну, это нормально. То есть это для Dark Souls подобных игр это вполне нормально. Особенно, когда у тебя довольно большое окно по парированию и довольно очевидные атаки врага. Это... Вот с танцовщицей, если сражаться, это другое дело. Нет! Я думал, не успею перекатиться. Ошибка-то грубая была, в конце концов. Не могу!
Блин, не успел. Дай вот. Пока нет. Спокойно. Скоро волки откатятся. Нет. Блин. И начал вместо... И начал вместо парирования делать перекат. Это самая большая сейчас была проблема, блин. Нет. Твою налево. Я вообще не успел прийти в себя. Я не увидел удар, пока вставал. Черт, вы видели? Блин, у меня осталось 16 минут для того, чтобы... Челлендж выполнить. 16 минут. Я ее убиваю 5 минут. То есть у меня максимально 3 попытки. Ого! Вот теперь она точно заметила. Гляди в оба, сын. Я не готов. Нет. Прости, я не готов. Да, не очень удачно. Мало хп снял, при том, что все белки потратил. Я не готов. Трума! Отец, берегись! Пока нет! Трума! Берегись, отец! Я не понял, как это произошло. Я не готов. Как она по мне не попала. Лети за ними. Так. Берегись, отец! Треть. Прости, я не готов. Так. Следи за ними! Блин, как? Может быть, стоит отступить? Ой, блин. Подожди! Нет, ну как, ну... Уже иду! Хоть и не использую их совсем, блин, эти обилки. Блин! Ну я из-за эффекта волков даже не увидел ее удары. Короче, блин, сколько у нас остается? 47. Ладно, живем.
Ну, серьезно, я одну обилку завязал, умер. Потому что, ну, просто после парирования опять ее сделал, но на этот раз не оставилась и продолжила делать серию. Второй раз волки эффектные. Надо, наверное, их делать и просто смотреть издалека, там, закидывать. А она уже что-то делает, вон, пожалуйста. Прости, не могу. Берегись, отец! Ай! Нет, я как? Блин, как? Я думал, спарируем. Ладно, как с этим ударом разобрались? Она попала все равно в меня. Прости, я не готов. Отец, берегись! Блин, там мне хп еще не хватает. Динамика положительная. Нет, уже там. Прикатывайся, не там. Нет, ну как я парировал, ребят, я парировал. Я прям смотрел, как она летит, но рановато нажал, блин, парирование, отпустил блок. Ты жив! 25. Нет! Да как? А, я... Нет, ну как? Да как? А, я типа не спарировал, а я увернулся каким-то макаром без приката от удара. Ёпарасотей, второй прошел. 8 минут осталось. Ого! Вот теперь она точно заметила. Вольфрлок! Грома! Подожди! Берегись, отец! Ого!
Она простая. Реально простая. У нее только один такой удар, который типа вот этот вот. Раз, два и три. Ну или три с другим вариантом. А все остальное... Оно... Масса времени у тебя на подготовку. Но у меня всего два трая, чтобы убить ее. Для челленджа. Рискуем. Рискуем, нет. Есть, успел запарировать. Капец. Я не готов. Лети за ними. Волк супер откатится. Я очень сомневаюсь. Надо их бежать. Нет! Вот, пожалуйста. Блин, я не увидел. Сейчас убьем. Не готов. Сколько времени? Струма! Осторожно! Есть. Крылья минус. И второе тоже. Есть. Челлендж уложились. А, и она оказалась хорошей. Вы да? освободили меня от моей скверненной оболочки. Так это... За это я буду вечно благодарна вам. Да ты Но что? Мои сестры по-прежнему в плену. О, понятно. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Я удачно как зашел. Не, ну, было несложно, если честно. То есть не настолько сложно, как с братьями. О, нифига себе, я в этом ходить буду? Собираем. Вы начали Судьба выполнение Валькирии. Легендарной просьбы. Кажется, осквернение Валькирии — это могущественное это создание, которое можно встретить в тайных комнатах Одина. Знаешь? Понятно, а также в других Дельный мирах. Вопрос. Победить непросто, для этого вам потребуется особенно качественное снаряжение. Я знаю больше убейте прочих, но почти всех осквернённых Валькирий, чтобы знать правду. Валькирий окутана тайной. Меня же встреча с Валькириями привела в заточение. Шлем Гюнр. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми, но... Может быть, если освободить и других? Предлагаешь сражаться с ними? Легендарный. Судьба незначительное повышение максимальной скорости бега. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно.
А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Асгардская сталь. Так, это для какого-то крафта особого. Так, хорошо. Во-первых, смотрим, что это за... Хотя шлем там вряд ли. А что нам дали, по сути? Шлем вроде квестовый предмет, типа. Нам дали руну на скорость бега. Она универсальная, я думаю, что можно. Тем более удача. Она 6-го левела. Перья павшего слуги. Обязательно. Он универсальный просто. Убегать, догонять. Я бы еще закинул, вернул резисты. Холод был. Отравление. И огонь. Хорошо. Ну, это она как раз не очень выводила, то есть ее механика была довольно понятной, то есть ее действия, за исключением одной связки, легко контрились, а когда и с последней связкой справились, то осталось просто вот достаточно однообразно Атрей, ко мне! Ее убивать. То есть у нее даже фазы следующей нет, понимаете, там второй, третий. У нее даже нет фазы. Мы можем вернуться через эти вот ворота. Может, еще двери пооткрывать, с валькириями посражаться. Там жестче, говорят, это самая простая. Уже поспойлерили, что это самая простая. Полный темплар. Что каждый из них тебе шмотку давать будет? Типа, победи всех валькирий, соберу ручную валькирию. Да не похоже. Не похоже. По мистическим вратам мы пока отправляться не можем. Можем просто вернуться. Там двери сзади закрыта. Но там два символа еще надо найти. Ладно, давайте тогда вернемся к центру карты. Конечно, гоу-стрима не пусть, говорит Фомбич. Давайте попробуем следующие врата. Какую вы порекомендуете Вальку, ну, в какие врата идти дальше? То есть тайная комната нас интересует. Не врата, а именно тайные комнаты. Они наверняка как-то отображаются. Может, поближе. Так, а я могу по валькириям просто метким? Да. Нет. Найдите других валькирий. Броня валькирии, материал для улучшений. Нас интересуют именно эти тайные комнаты, блин. Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? А, слева фильтр валькирии на карте. Так это не... Я не могу так просто взять и выделить вон маркер. Я говорю про тайные комнаты, мне да. Мне уже лучше, только немного отдышусь. Ну хотя, может куда быть, мы теперь? Именно что-то как раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Так. Не знаешь? Увы, нет. Но змей можно по основному уж выступайте. Великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Давайте сейчас сначала перенесемся. Возможно, зайдем к кузнецу для того, чтобы камешек, по крайней мере, восстановить, правильно? Хотя я не уверен, что я его использовал.
Да, не потратил. Ясно. Просто хотелось на меня полюбоваться. И... Кстати, можно вот те чары на бег улучшить. Говорят, кто-то завалил горлопана магний. Ты случаем ничего об этом не знаешь? Да, это было я. А это хорошо или плохо? Ну, когда его папаша узнает, тебе будет плохо. А уж мне-то хорошо. Меньше асов, чище воздух. Так что следующий заказ от меня в подарок. Нет. Нет. Хорошо. Изи просто щегла. Так, значит... Нового не появилось, но мне кажется, что... Я с талисманом еще не определился. Ну, другой раз. Может, реально руны начать улучшать вот те... Если я останавливаюсь на рунке какой-то конкретной, а мне кажется, что вот эта вот руна на удачу, она очень подходит на... Так, а я вообще могу руны улучшать? Вроде как могу. Чары. У него это сделать? Ну, или... вам на этот раз нужно. Да ладно, не могу, что ли? Мне казалось, что могу. Kings Bounty, Валькирии давали крылья. Может, здесь еще полезного дадут. Догадка не спойлер, так в КБ играл, по если глаза не видел. А что за пятый левел Левиафана дали? Тогда в другой раз. Дали стандартное увеличение урона. Я еще взял рейнджовую атаку с дополнительным количеством целей, там, до 8. И, в общем-то, остановился. Потому что XP не так много. И, возможно, имеет смысл поулучшать там рунические атаки. Хотя с ними я тоже не определился пока что. То есть первый да, но она полностью улучшена. А вторую я жду. Так, хорошо. Куда мы можем сходить? Мест дофига. Аж глаза разбегаются. Можно к дракону пойти. Освободить дракончика. Да, давайте разнообразие ради. Пойдем по нашему текущему квесту. Фафнера надо спасти. То есть выходим, налево спускаемся и... Ну там мобы, конечно, 6-го левела, но я уже к 5-му подошел почти, так что, может быть, и справимся. Одного дракона из трех мы уже... За магическим замком. Угу. Уже освободили. Но если врата магически наткнемся на очередные, то я, конечно, буду ломиться туда, пытаться. Так, надо только понять, как нам добраться до туда. Я просто не совсем помню. Мне кажется, наверх подъем. Подожди, нет. Это маркер на кости. Тут просто три причала рядом. Мне кажется, наверх. Кажется, вот башню надо. То есть вот сюда. Там еще хай-левельные монстры, помню. Попробуем. Но я не уверен на 100%, потому что был там разок. И убегал со всех ног. Ну, потому что тогда уровень был минус один. Не в эти ворота. Беда. А, да, все понял. Там, где самонов. Да, там где слева разлом. Но его я трогать не буду, потому что там седьмые, кажется, да? Или там шестые. Справимся мы с шестым или нет? Попробуем. Обилки откатились. Топор грейданулся, тоже урон повысился. Хотя Фомич спрашивал, дали подсказку по секретной комнате. Да уже нет, уже нет. Спасибо, Фомич, благодарю вас за все. Раз меня здесь очень жестко наказали.
Ну там шестые фиолетовые. Держал со всех ног. Даже лут, видите, не взял. Ладно, открываем разрыв. Эти кости источают магию. Наверное, это гульвей. Фиолетовый опять, да? Может, возьмем? Нет, желтенький, не фиолетовый. Призрак лжет. Ну, этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Главное не давать им. Это, кстати, резист от холда решают. О, неблокируемый. Ай, плохо. О, хорошо. Держись! Резист к холоду есть, но, кажется, в прошлый раз я просто блочил их хорошо. Да, мне в прошлый раз просто повезло. Не густо, да? Да, не густо. Вставай, брат! Да, не пропустил, они появились здесь с квестом. Кого не пропустил? Кто появился? Не, я попробую все равно. Жалко, что... Лут? В смысле? А, этот лут появился в связи с квестом. Окей. О, один сразу минус. Просто скинули. У меня бы и второго тоже скинули. Лети за ними! Опа. Я иду к тебе. Не надо было сейчас использовать. Как-то меня там заглючило, а в текстуре застрял, кажется. Следи за ними. Блин. Прикольно. А, что-то я не то сделал. Ой. Вот так вот. Но они не фиолетовые, они типа мне по зубам. Еще, да, там разница в два уровня, но все равно по зубам. Тем более, видите, здесь можно сделать так, что один свалится сразу, и это значительно упрощает задачу. Так. Или забить на них, пойти к дракону. Все равно я сюда вернусь. Не-не, давай. Там еще второй челлендж на количество смертей, который я даже не принял, если я понимаю. Вперед! Не, давай. Да, один сразу минус. Да, получай! Блин, что я так... Что он делает? А, он заряжается так. Блин. Ну топор, а в чем часы? А, потому что мы уже... Потому что он уже работал, оказывается. Блин, зря я третий удар решил. Думаю, нормально все будет. Ай! Я уже на дальнего смотрел. Держись! Как там щегол повалил ему. Давай!
А это вообще голыми руками вроде как надо. Ну, говорили. Я готов! Нет, не точно. Почти готов! Отец, берегись! Берегись, сзади! Ладно. Вперед! Осталось двое! Ой-ой-ой-ой-ой! Брат, сзади! Ай! Ну куда я полез, а? Брат, вставай, брат! О-о-о-о. Хорошо. Не, если бы было ограниченное количество смертей, я, скорее всего, мимо них, конечно, прошел. Мишаня, что-то не так? Да нет, нормально все. Привет, Ultra FX. Вроде все хорошо. Я рядом! Я готов! Это А может, я и столкну этим его? Не, не столкну. Опять он начинает им кастовать свои штуки. Ее, скорее всего, можно было... Ай-яй. Я не готов. Следи за ними. Нет, не блокируйте. Да, я поздно увидел красный. Решил, что сейчас мне здесь на пятачке вертеться с этим. Ты жив? Не с подручным. Держись, отец! Хорошо, что они не обращаются. Нормально, остался только один. Я не готов! Я уже готов. Столько меток на это. Неплохо. Хорошая билка. Но это она хороша, знаете, особенно если вы рукопашный бой используете. То есть вы заряжаете топор по разным частям, он прыгает и... Хорошо, что там врагов больше нет. И это все ради полимеров. И только драконы, я слышу. Ну там тоже хай-левельные товарищи шестого. Так что мне достанется сейчас. Мое здоровье неполное. Начинается наэлектризовываться пол. Так, у этих яд. Ой, здесь вообще второго. Ой-ой-ой. Да, главное, наверное, пока что под дракона не попасть. Молодец! Ага, этот пятый. Да, конечно! Зачем я две обилки сразу вернул?
Ой, сейчас взорвется я. Я взорвусь, все взорвутся. Почти готов. Да меня беспокоит то, что здесь... Нет. Не дай ему обращаться. Блин, понял. А, не блокирует удар, понял. Я не знаю, как с щитовиками бороться. Прости, не могу. Новый для меня. Я готов. А, тот шестой уже, кайф. Может, реально его маркерами там по этим молоточкам, в смысле топором на несколько точек. Эффект прикольный. Очень прикольный эффект. В прошлый раз было сложновато из-за того, что они пятые-шестые. Ну и дракон наваливал тоже. Возможно, каких-то резистов еще не хватало, но это не точно. А ты откуда? Опа! У нас сильные враги. Во-первых, печатку разрушили. Почти. Да, разрушили. Как прям, твой друг стал драконом? Прям полностью. Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Надо найти применение вот этой вот обилки с броском топора. Потому что вроде из-за большого количества легких ударов цель то ли летала постоянно, то ли отвлекалась, постоянно открывалась. Если удастся ее подбросить, либо шкет ее подбросить, либо мысленным ударом подбросим. Добавлена новая легенда. Если вы это читаете, уходите прочь. Вам здесь не место, это мой враг. И не вздумайте брать ничего с собой. Вы еще здесь? Я же сказал, уходите. Это мои сокровища, и вы их не получите. А самое ценное все равно лежит в хранилище. Уведомляет нас. Но даже не думайте забраться туда. Оно надежно охраняется, я об этом позаботился. Оставьте меня в покое, вы мне не нужны. Мне не нужен никто. И уж точно не нужны глупые сыны Ивальди с речами о том, как опасна жадность. Мне нужно только заглянуть в зеркало ванов, которое недавно раздобыл, и увидеть, во что превратилась моя кожа. Но даже это мне безразлично. Сокровища дарят мне чувство уюта, они греют меня изнутри, словно дыхание дракона. Убирайтесь. Это записи Фафнера. Сложно представить, какая жажда, какая алчность охватит гнома, который еще при этом превратится в дракона. А, это окей. Поехали сюда? Поехали. А, Фанфера, да, Фанфера, Старбук, ты прав. Блин, что-то я все никак. Фанфер. Все правильно. Спасибо. Так, вторая печать. Пока нет. Это же путник, да? Или как его там звать? Ну ладно, давай тогда вот так. А, тут еще один. Ой, там сзади люди. Давай. Ну, ТТР-3. Твою налево. Как же мне дороги, а? Ну, это стики, это джойстик. Я пошел налево-направо раз. Ну,
Подожди! Да хочу, хилку прожит. Сзади! Не, он очень медленный, конечно. Видите, даже сильный удар за матом получается сделать до того, как он... Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, Зловещий трофей, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Угу. Наверное, стащил что-нибудь не у той... Так, это один из самых опасных врагов, с которыми мы дрались, да? Они носят очень прочные брони, сражаются огромными мечами. Кто они такие? Что им от нас нужно? Мама никогда не рассказывала о путниках. Надеюсь, они будут попадаться... Погини на... Из него можно скрафтить армор следующего уровня. То есть уже можно было что-то сделать, но ввиду отсутствия ингредиентов, я решил, что не стоит первого уровня броню заменять на, ну, грейджу нашу текущую. Так, осталась третья печать. И, судя по всему, придется подойти непосредственно к дракону. Да, вижу ее. Так, вернитесь к якорю. Может, он тебя вспомнит? Не знаю. Ой. После нашей встречи многое изменилось. Нет! Ой, там Вельва, которую хотелось бы сначала убить, потому что мы проходили это. Блин, подо мной сейчас взрыв будет. Не даем обратиться. Подожди! Колоток вызываем. Блин, как же меня маркер бесит. Твою налево. Вы издеваетесь? Ну реально, тут брат, это... Нет. Ну как это? Как? Я... Ну, если вы играли, вы сейчас вот и наблюдали за происходящим. Видели, что я раза 4, наверное, пытался переставить маркер в нужное место, блин, ну. За тобой мёльба! Берегись, отец! Чередуем со стрелами нашего щегла, пробафнутое оружие. Блин. Нет. Прости, я не готов. Отец, берегись! Вообще, так нашпиговали. Пока нет. Красиво. И добил еще по-царски. Вот. Это последний. Да, я понял. Собираем. Маркеру надо привыкать. Маркеру надо привыкать. Освобождаем дракона. Андрюк старается как мы. Здрасте.
Вот так, мелкий уродец. Ты свободен. Нифига себе, мелкий. Драконы здесь эпичные, красивые такие. Здоровые. Ну, он стал драконом, а характер не изменился. Это хорошо, что он нужду не справил на нас. Так. При совершении рунической благословения силы рун. Чешуя скована. Нам надо посмотреть на нее. Она вполне вероятно будет просто до довольно высокого уровня. 4, 4, 3. Ух ты. А это откуда? Начертанная печать рвения. Это, видимо, мы достали из прошлого. Умеренный шанс получить благословение при убийстве врага. Берем. А вот чешуя скованного. Защита восстановления 7-7. Статы хорошие. При совершении рунических атак. Окей. Давай тогда. Здесь у нас огонь. Блин, не хочется от него отказываться. Ну, статов больше просто. Так, два из трех драконов освобождены. Осматриваем местность. Посмотрим. Посмотрим, может, здесь что-то еще есть. О. Жень. Как дела? Женя сейчас в руках держит мои джинсы. Ну, не будем говорить про носок. И я в такой момент, ну, знаете, когда видно, какой длины джинсы и какой длины жена. Понимаешь? Ай, класс. Я скоро закончу. Неплохо. Так, ну, на самом деле, кажется, что здесь больше ничего нет. Может, реально пойдем к Валькирии? А пойдемте, мы рядышком. Лучше бы гов пораньше начали. На самом деле, я, как можно услышать, был больше доволен, играя сегодня в Диаблу. Особенно, если это не смерть на старте. Но там... Ну, не знаю, это зависит от настроения, на самом деле. Мне бы успеть до Battery Forge в GoF закончить, а то мне придется... А, друзья, завтра Warcraft будет. Завтра уже проанонсирована трансляция с турнира китайского. Кажется, это LAN, ой, все-таки онлайн. Играет завтра пара китайцев, не помню, Инфи 120 и Happy и Foggy в рамках группы. Начало в 2 часа, прощай, работа. Приходите, смотрите, болейте. Вот. Ну а так-то ждем рефорж. Время уже. Год заканчивается. Так, совет Валькирии прямо сюда, правильно ведь? Вот отсюда надо. Потому что здесь оно вроде. Нет. Вот, кажется, он. Значит, мне нужно было на вот этот причал. Нет, подожди, это текущий мой причал. Через мост. Ну, мне кажется, либо отсюда даже. Давай сюда. Посмотрим. Ну, посмотрим. Говорят, валькирии жесткие. С одной мы сегодня действительно провозились довольно долго. Так, а почему я здесь... Пойди сюда. Ладно. Стреляют сверху! Еще как. Здесь должно быть что-то такое. Прости, не могу. Мне казалось, я здесь был. Кошмары! Отец, я готов. Мне кажется, я здесь был. Трума! Берегись! Что скажешь? Кажется, ты стал лучше. Истерь обновлен. Да, если мне бросить топор,
он замерзнет и упадет на землю. Я могу оглушать их стрелами, чтобы потом их добивал папа. Если он схватит оглушенного, бросит других врагов, будет большой бабах. О-о-о! Вот это советы. Так, у нас какой-то пришлый кот появляется. Давайте посмотрим. Это Савелий. Это прям Савелий один в один. Одно лицо, посмотрите. Если вы не видели Савелия, можете посмотреть на этого кота и поймете, что это Савелий. Давай, Савелий, смотри в камеру. Смотри в камеру. Вот. Рисую смайлы на ГГ, все нормально. Так, попробуем к валькам. Бесоп не, глаз не спускает с левых котов, которые приходят. Во-первых, это вопрос любопытства. Новые запахи, знакомства. Во-вторых, вдруг объедать будет. Мне надо присматривать. Слушайте, я правильно к валькам иду или нет? Донат говорит. Ереча, привет тебе из... Салют, если есть командированный в Питер. Я только пришел, как я понимаю, челлендж, увы, не взят. Да. Кстати, где взять мани? Они должны вернуться автоматически, а второй почему не принял? Валькирия не в счет. Потому что какая-то безалаберная у меня сегодня трансляция. Я понял, что залил первый челлендж и... Чего бы начать? Начал спокойно биться уже. Так, давай. Ну, мы сегодня уже... Давай, Лик, добежим, посмотрим на босса и на этом закончим, я думаю, на сегодня. Возвращайтесь! Ну, может, я и правильно иду. Кажется, там должен быть... Да, действительно, мост. Ну и потом большая арена. Но местность я пока не узнаю. Возможно, когда мы дверь откроем, станет понятнее. Оно похоже очень. Да, это оно. Это совет валькирий. Валькирии говорят, опциональный квест, не обязательно их убивать, чтобы игру закончить. Но сюда надо приходить в полном обмундировании, иначе... Иначе беда. Ну, это все сказки от нубасов, которые играть не умеют, я уверен. А, вот он, совет. И здесь валькирии сидели. Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Да, но мы их не застали, к сожалению. Не застали. Клер, спасибо. А будет прохлада, вот наш девиз. Так, ну все, здесь только врата. Может, тогда сходим в какие-нибудь ворота зеркальные? Там, кажется, вальки. Ну, первая валька мне там встретилась. Надо найти. Надо для начала найти. Сейчас, подождите. Мистические врата, разрывы между мирами, сундуки, руины древних. Как они называются? То ли зеркало, то ли... Кажется, пара зеркал находится вот в... Нет, друзья, наверное... Наверное, в следующий раз. Как они называются? А, у меня же метка есть на валькирий. Возможно... Вот, пожалуйста.
Пара меток здесь. Ладно. Да, и дальше тоже. Хотя странно, может, мне кажется, что это метки по другим квестам. Да, у меня метка в другом месте. Черт. Да я уже плыву, друзья, простите, пожалуйста. Завтра будем играть только в... Сначала Warcraft, потом я отойду. Да, давайте, хватит. Да, плывет. Плыву я уже, извините. Спасибо за то, что смотрели. В 2 часа завтра приходите болеть за Хэппича и за Фогича. Вот, а поздно вечером завтра, скорее всего, в районе 8-9 часов, мы продолжим играть в God of War. Я надеюсь, у меня будет какая-то тактика, какой-то план. Сегодня мы, по сути, забороли только одну вальку. Совсем немножко побегали, но там освободили дракона и там позакрывали что-то. Ну и, по сути-то, ничего больше. Слабенький, короче, прогресс, слабенький. Естественно, были там проблемы, связанные с тем, что плойка говорит, давайте мы лицензию проверим, а у вас Wi-Fi сигнал слабый, подключите меня к интернету, а мне нужно перепроверить, и были, короче, заминки. Еще отъел где-то полчаса все вот эти вот темы с задержкой за Диабло. Но надеюсь, что завтра меня ничего отвлекать не будет, и мы спокойно с вами в God of War поиграем. Пока. Пока. Ай, донат еще. Давай договоримся, что ты примешь второй со следующей трансляции. Не 30 смертей, а 50 без Валькирии, за как он. Хорошо, Ерича, принято. 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 Спасибо тебе большое. Возвращаемся к ограничениям по количеству смертей.